Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 27 октября 2023 года. Я предупреждала о том, что у меня будут чуть меньше, чуть реже выходить видео, в силу того, что я сейчас занимаюсь капитальной такой чисткой, уборкой, переселением, перестановкой моих грызунов, самых разных и разнообразных. Вчера я показывала вам песчанок. Сегодня хочу показать моих морских свинок, которые, обратите внимание, давно я вам не показывала. Это Вивочка, которая приехала к нам в сентябре. И вот посмотрите, как она выросла за месяц. Она уже практически не отличается по размеру от Эсми. Они подружились, им хорошо. Кричат каждый день, потому что клетка стоит вот у меня здесь рядом с моей кроватью, тут на проходе. Поэтому, как только я просыпаюсь, кричат: давай скорее неси еду. У нашей красавицы Миледи уже побежали маленькие хомячушеньки. Поэтому сейчас у меня много работы по благоустройству наших грызунов. В силу того, что в нашем питомнике есть беременная собачка Зося, которая скоро будет рожать. И есть собачка Чихуа, щеночек, которую зовут Изюминка. И она до сих пор живет на моей кровати, потому что я не знаю, с кем ее соединить. У меня тут, как вы видите, чихуашки живут компашками. И в каждой компашке свой возраст, свой темперамент, свои какие-то интересы. Маленькая Изюминка родилась, к сожалению, в помете у мамы одна. И пока компания у нее только мама, Фимочка и я. Потому что щеночки, которым уже 21-го исполнится 4 месяца, но никак не могут быть ей компанией. Это разный размер, разный темперамент, разная сила. И вот именно поэтому сейчас стараюсь все тут переустроить в этой комнате, так как уже октябрь, стало уже холодно. Мы продолжаем обустраивать свои жилищные условия не только, скажем, для себя, но и для наших питомцев. Помимо постройки и обустройства дома, все-таки у нас планируется ремонт в соседней комнате, где сейчас живут взрослые чихуашки. Замена пола, линолеума, стеклопакеты и утепление полов в этой комнате, потому что зимой будут расти здесь, в этой комнате, малыши. Если свиночки, как вы видите, у меня живут в клеточке, хомячушечки живут тоже, можно сказать, в аквариуме, где тепло, и аквариум стоит высоко. Песчанки тоже припрятаны наверху на террариум. То чихуашки, естественно, живут не в клеточках, а на полу. Свинки у нас тоже, видите, высоко. У меня здесь специальная такая, ну, подставка железная. И свинки стоят высоко от пола, им тепло. Но чихуашки у нас, понятное дело, бегают по полу. Поэтому полы будем утеплять. И пространство пола надо увеличивать для того, чтобы в последующем я смогла разделить по возрасту малышей. Ну, например, Изюминку, ее надо в любом случае, она не может жить вечно со мной на кровати. Ее надо переселять с кровати. Но все-таки нельзя совмещать со щеночками постарше. Они ее будут обижать. Ей будет с ними не справиться. Поэтому пространство пола нам тоже надо менять и увеличивать путем некоторых перестановок и переделок в этой комнате. Для того, чтобы убрать лишние клетки с грызунами, с рептилиями. Аквариум у меня стоит на столе. То есть тут мамка прячет. Бегает малыш, она его прячет в домик, относит, он убегает из домика. Вот. Поэтому работы сейчас очень много. Но несмотря на это, я стараюсь делать для вас, пусть даже коротенькие видео о моих питомцах. Ну, потому что это мой такой, видите, видеодневничок памяти, как быстро растут морские свинки. Вот можно сказать, прошел у нас месяц,
И выросла наша малышка Вивочка, которая, когда приехала, она меня испугала своим маленьким размером по соотношению к другим моим морским свинкам. Она была размером буквально вот с моего хомячка. А теперь у нас уже полноценный такой поросеночек, свистящий о том, что давай снова кушать пора, пора меня кормить, чему я несказанно рада. И если вам интересно смотреть мои видео не только про чихуашек, но и про всех остальных моих питомцев, оставайтесь с нами. У меня продолжается уборка. И так как я свои видео делаю не без монтажа, то есть я их не сшиваю, у меня нет такой возможности нарезать несколько видео в одно, ну, сшить их в несколько видео в одно. Я просто буду коротенькими вот такими видео делать для вас вот такие маленькие кусочки из моей жизни. Даже, скажем прямо, из одного вечера или из одного часа, просто это будет в разных коротеньких видео. На этом я прощаюсь с вами ненадолго. Увидимся в новом видео. Сегодня покажу всех моих свинок. У меня есть кое-какие изменения и подозрения. И мне хотелось бы в комментариях услышать ваше мнение. Поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марини Стик. Здоровья вам и вашим питомцам. И до новых встреч!